Всем привет! Компания Blackview представила облегченную версию защищенного смартфона BV9600 Pro. Несмотря на отсутствие приставки Pro, новинка получила более производительный процессор и актуальную версию Android. При этом он еще и стоит дешевле. Сердцем смартфона стал 8-ядерный процессор MediaTek Helio P70. В комбинации с 4 ГБ оперативной памяти его производительности хватит для большинства ежедневных сценариев использования, включая требовательные мобильные игры. Встроенное хранилище на 64 ГБ можно расширить с помощью карты microSD. За автономность устройства отвечает встроенный аккумулятор на 5580 мАч с функцией интеллектуального энергосбережения. Работает новинка под управлением Android 9.0 Pie. Диагональ AMOLED-дисплея смартфона с расширением Full HD Plus составляет 6,21 дюйма. Фронталка на 8 мегапикселей расположена в области выреза в верхней части фронтальной панели. Двойная тыльная камера состоит из датчика на 16 и 0,3 мегапикселя. Модуль поддерживает функцию размытия фона, подводной съемки и автоматического распознавания сцены в кадре. Аппарат сертифицирован по стандартам IP68, IP69K и военному стандарту MIL-STD-810G. Помимо стойкости к ударам и вибрации, он защищен от падения воды даже при заплыве на глубину 1,5 метра в течение 30 минут. Корпус BV9600 дополнительно усилен специальными вставками по углам и способен, по заявлению производителя, пережить падение с высоты до 1,5 метров, а также сохранить работоспособность при температуре окружающего воздуха от минус 55 до 70 градусов по Цельсию. Стоимость Blackview BV9600 по предзаказу $199. Все ссылочки, как всегда, в описании под видео. Всем спасибо и хороших вам покупок. Пока-пока.